спальный район наш. Привет! Моим соперником наш! Привет! Да и зачем тут? Если проиграем, не поеду. Это правильно. Он восьмерку захотел. Я пошел, Саша. Сань, добегайте. Подаем. Оп. Блин, надо Беха выпускать. Да, сразу. Удар!
Хорош, Тём, хорош. Два, сразу! Еще шаги, под мяча. Спокойно, растягивай, Паш, никто не встречает тебя. Еще его! Еще его! Блядь, ты его, очень хуёв. Подбор надо, подбор надо! Не бросаться! Пойдет. Лех, можно на своем сменку? Леня выше! Лень! Спина, Кирюх!
Поднимается расстояние. Не, я что-то... Давай, давай! Хорошо, хорошо! Аут белая. Блядь, Паша, Паша, тоже такая позиция. Дошел уже почти до ворот, блин, и хуйнул в небеса. Паша, грязь! В ноги бросай себе, иди! Хорош, хороший размен. Поэтому мы, блядь, обсуждали, что нам надо делать. Паша есть. Выше, выше, Паша. Кирюх! Посмотри. Кирь, там штрафной идет движение хорошее. Пробуй. И не забываем, как разыгрываем угловые ауты. Трать силы, Паша, трать силы. Марсель, сделай, сделай просто блок. Вратарь есть. Хорошки. Смена есть. Вот это, парень, оп. Один повыше, ставите. Слишком много внизу. Один вы выше. Дави, дави право. Побор. На мяч. Хорош, еще, опусти. Еще. Юра. Играй. Играй, играй. Где дальнюю? Даю специально. Своем смену следующую. Два раза сказал. Да, дальнюю. Ну, во-первых, сейчас очень хуёво встали. Дай. Юра, оставляй. Выше, выше можно. Иди уж, играй. Подбор. Подбор. А сколько спина, Кирилл? Внимайся, Виталий. Сигнал. Подходим, Дим, еще. Еще! Маша, беги! Уйти, уйти, уйти! Маша, поди! За спиной один! Хорош, хорош! Мужики, про сменку не забывай! Нет, парни! Нет! Юра, повыше! Юра, можно Хорош! Все, Юр, один! Юр!
Сели, 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 парни. Выше, выше пойдем. Все, заходи. Да. Ходи, спина. Да ему, блин. Слушайте, давайте сменку делаем. Оставляй, Марк, оставляю. Центр есть. Есть с тобой центр. Вот, здорово. Да, да, да. Юр, набирай сам, набирай. Кири, забери у него мяч. Центр на него, парни. Кто-то должен выйти на него, парни. Центр выйти. Хорошая, Сань. Один. Хотя бы одно они поняли, потому что это удобно стоять, ничего не делать. Давай еще сюда. Ну, Сань. Да! Кирюха, усталость, уже готов, да? Двигаться надо, ребят, подвигаться. Еще дальше. Проверяй. Пойдет. Все. Правильно. Все в него. Правильно, правильно, правильно. Раза с пятого, в принципе, мимо одной руки даже. Один в один. Попробуй.
Олегович, алло! 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 Бежать надо, забежать, ребят, тут движения нет, ты встали. Паш, в мою сторону, мою теперь. Давай, куда ты подсовываешься? Хорош, всё. Всё, набирай, набирай. Не сам, не сам. Выйди. Давай, встань. Ой, молодцы, я стал забить. Бля. Лёг, включись, включись сразу. Лево, лево, помощь. Нет, Лёг, слушай, он дал. Да он, блядь, не строг, зарыть. Останется я на линии. Лево, 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 сразу. Это Юра в рукой сыграл, блядь, не нам все. Проще, Паш, проще. Пойдем. Хорош, все. Три, Вань. Хорош. И обратно. Андрюка, третий. Блядь! Забить надо уже! Выше дома, там, влево выше, парни! Оставляй, оставляй! Вали! Хорош! Хорош, стань! Влево, лево, вправо! Ты вначале палишь, без карты. Хорошо? Да, в принципе, и так вот. Давайте только ножки вместе плотненько. Скоро озвучивать начну. Бегали 10 минут почти. Можно меняться? Есть, есть.
Саня есть, Саня есть, я есть. Я вот, смотри. Да. Дайте мяч тоже. Просто он мог это сделать не касание, вы все быстрее было бы. Вопрос. Давай нога пошли. Там играй несколько.
Маш, страхуй! Кидайся, не кидайся, Паша! До обеда, как обычно. Ваш матч последний. А, что так рано? Но одна же команда снялась, и за это минус одна игра. Обращайтесь, покажем позор. Я вчера несколько видосов видел. Прикол в том, что мы первую игру с Кристаллом сыграли 0-6, проиграв всего. Что-то в этот раз пошло не по плану.
Парень, ну стоите, блядь, смотрите! 4-3! Спасибо за информацию. Если бы не спать, я бы с большим удовольствием с тобой все сделал. Там делать нечего. Ты что, ну куда Паша поедет? Ну логично, логично. Бага поедет туда. Ну я не знаю, будет ли он сегодня в игре. Бага какой? Вадим, этот. Кто забил? Кто забил? Сар. Кто забил? Кто забил? Лору, парни, удачи. Синий шок, темный. Все, спасибо. Так. Они всегда такие. О, да, а что не здесь? Какой багер? Баг, который из Динамо? Да. Или баг, который из Бан, Богдан? Нет, из Динамо. Да. Я его фамилию не могу выговорить. Багринец, по-моему, да, как да. Ему там. Блять, молодцы! Эй, сели, сели! Хорош, Саня, играй! Дай! Он вчера в шоке стоял у нас на скамейке. Такой, как так? Типа установка была хотя бы не больше 10. За десятку не подвалить. А тут 17. Было весело. Если бы не спать, то был бы народ, я бы с большим удовольствием приезжал. Че ты ушел? Я сказать воле, что шок неправильный. Пошли! Ты мог крикнуть и показать. Мог одноклассников написать. Зачем? Сенька, у вас шансы на победу есть? Реванш должен взять. Ну, там какие-то за 5-8, да? Нам бы хотя бы в пятерку попасть. Мне облажаться сегодня. Тем более, я сегодня последнюю игру играю, завтра я не играю. Завтра ты тут будешь ветерить? Да, да. Да, я знаю, я видела историю. То, что он поехал, типа забрал, я так понимаю, тусили где-то. Потом всю машину, в машине все маленькие. Так мы в этой самой. В базе были? В базе, да. У бати на неделе день рождения было, ну и мы посидели там. Поели всяких гадостей, поели кальянов, что такое. Здорово, парень! И потом он нас всех по домам разводил. Всем сюда на район, поэтому он как-то всех схватил. Парни, оставь! Центр мой есть! Брать мой! Паша, спокойно! Подожди, дай подышать. Что, ты сегодня не играешь или просто стоишь? Не, надеюсь, что играю. Васькова сегодня играл, ты штурма? Да. Ну, я завтра снимаю и
бегу на женскую играть. Матч на 8 поставили. Нормальное время. Солнце так, если будет, спадет. Да и тем более я успею. Состав не набирался. Вот 5 партий есть? Ну, завтра-то что-то такое средненькое по погоде. Да, скорее всего, типа, в шортах поеду. Я уже сдохну. Сидеть что надо. Не, ну, завтра попрохладнее, облачнее, вроде дождик будет. Можно без дождика? Я не люблю дождик. Я только не хочу дождик. Поэтому, если не будет дождя, я приеду сюда. Если будет, то вряд ли. Прошлое воскресенье. Прошлое воскресенье я сюда подъехал, мимо проходил. Ну да, там был ливень. И на обратном пути я такой картину застал. Хорошо я был, вот солнце и майка. То есть я себе как бы прихожу домой, с меня просто. А я должна была камеру забрать у Леры. И сначала ключи у друга забрать, потому что он у меня жил. В итоге, пока я ехала за ключами, я вся промокла. Сказала, типа, Дань, забери камеру. В итоге я в понедельник поехала на Большевиков, потому что я была вся мокрая в воскресенье. То есть тот дождик, который был, когда мы с тобой на женскую лигу я с тобой ходил, это как бы были цветочки. Да. То есть вот прошлое воскресенье, там ливануло прямо капитально. Саня, поджимай сразу его! Минута и настой. Спокойно через дом! Да когда бегать, не хочу. Да! Спокойно! Выбирай сразу. Я два! Блин, чуть вы! Так, да, начинаем, наверное, разминаться. Угу. Да, 15 минут где-то. А? 15-17 минут мне осталось играть. Ну да. Я просто смотрю, что как бы Динамо-то нет никого. Я все, банка, обувь, все. Бля. Валини, мяч ушел, угловой удар. Сука. Иди, сделай что угловой, блядь, нормально. Тёма, иди в задницу. Саня, по сигналу. Так, что там? Тём, в блок, пойди, пожалуйста. Тём, на баночку. Там, по-моему, всего рукой будет. Все теперь двигаются, но штрафной. Ну, там реально плачет в тишине, блядь. На следующем поем. Пойдет. Давайте сменку на свое. Сказал-то на угловом-то, блядь. Я смотрю на мяч. Я думал, что прям так не дотягиваюсь.
Парни, парни, прессинг, прессинг. Мы пассивно стоим. Хорош, девятый.
Не поверили? Кирюх, хорош, как я. И повыше только. Там Тамар, пойди на вратаря. Хорош. Все, забивай. Ой-ой-ой. Бега ищи. Забей уже. Пойдет, пойдет. На свою сменку делаем. Давай, давай. Я даже не знаю. Дальний кир. Один, Юр, набирай. Юр, пробивай уже. Выйди, Володь, выйди. Давайте забьем просто еще. Парни, блядь, нажмите кнопку удара, нахуй. Юр, ну после такого на сменку надо. Я говорю, голевые, блядь, что тот у нас. Он один, просто его видишь, он вообще идет. А там ты не один, да, блядь? Не, у меня вары, я думаю, что быстрее. Я с тобой в одной линии, а ты его чуть-чуть туда Лёш, перед мячом!
Парни, мяч! Поднял, показал. Здесь, здесь.